Доброе утро, дорогие друзья! С вами Евсикова Екатерина и рубрика «Мой питомец». Сегодня просто замечательный праздник – День ветеринара. И я хочу пожелать всем ветеринарам профессиональных успехов. И, конечно же, сказать большое спасибо за то, что вы делаете здоровыми наших животных. А сейчас давайте закроем глаза и представим образ идеальной собаки. Вот так примерно выглядит бигль. Смотрите, Милана, иди сюда. Иди сюда. Вот. Умные, смешные и очень непослушные. Сегодня мы поговорим о породе бигль. Бигль – британская охотничья порода с богатой историей. Эти собаки очень быстры, несмотря на короткие лапы, храбры и активны. Бигли очень верные. Всем собакам собака. Эта порода была выведена для того, чтобы охотиться на кроликов в полях. Бигли были популярны в Средневековье, в эпоху Возрождения и даже у древних римлян. Эта порода настолько старая, что подробности ее выведения давно канули в лету. Однако известна история названия бигли. Предположительно, оно произошло от французского слова, что значит «голосистый». И с этим определением мало кто поспорит. Физические особенности. Бигли воют, когда им грустно, когда скучно и чтобы поддержать друг друга. Это, конечно, весело, но если вы живете в квартире, то соседи будут точно не рады вашему питомцу. Бигль – собака небольшого роста, с короткими лапами, длинными ушами и сильными челюстями. Уши помогают выдерживать запахи и подгоняют их поближе к носу. Обоняние длинноухих охотников делает их одними из самых совершенных собак в мире. Поэтому в данный момент они используются в качестве служебных животных, успешно помогающих полицейским, военным и таможенникам. На их слизистой более 220 миллионов обонятельных рецепторов. Мокрый нос притягивает и удерживает молекулы запаха. Окрас трехцветный и двухцветный. Семья. Бигли очень любят детей, так что смело берите их в свою семью. Для тех, кто любит бегать и поиграть, бигли – лучший выбор. Эти собаки гиперактивные, с ними точно не соскучишься. Они не подойдут пассивным и пожилым людям. Тренировки. Начинать их тренировать лучше с самого детства. Еда для них послужит отличной мотивацией. Ради лакомства они готовы выполнить любое ваше поручение. Однако послушными их не назовешь в силу волевого характера. Воспитание бигля требует усилий и терпения от хозяина. Но это совсем не значит, что собаки глупы. Предназначение этой породы предполагает стремление к самостоятельности и быстрому принятию решений. Поэтому не совсем справедливо ожидать от настоящей охотничьей собаки беспрекословного послушания. Для правильной социализации и воспитания собакой необходимо пройти базовый курс с кинологом. Бигль склонен к бродяжничеству. Увлекшись чем-нибудь интересным, он может убежать в неизвестном направлении. Поэтому во время прогулки его необходимо контролировать и крепко держать за поводок. Здоровье. Бигли редко болеют, так как это охотничьи собаки и приспособлены к экстремальным условиям. Тем не менее, слабое место бигли – это уши, поэтому постоянно их чистите и осматривайте. Уход. Уход за ними простой, только купать их придется чаще, чем обычно, ведь они большие шалунишки. Самое главное, чего требуют эти питомцы, это хорошего выгула и активных игр. Ну что ж, от себя хочу сказать, что это очень тяжелая порода. Да, они милые, классные, смешные, веселые. Тем не менее, за ними нужно очень сильно следить и постоянно воспитывать, дрессировать и очень много проводить времени. Поэтому прежде чем покупать такую породу, подумайте хорошенько, сможете ли вы ей уделять достаточно внимания. И, конечно же, помните всегда, что мы в ответе за тех, кого приручили.